Волчонок, посиди в машине. Я на секунду, сразу домой поедем. Из машины никуда. Товарищ майор, товарищ майор! А, это ты? Мама ушла, я боюсь, она за вами пошла. С какой стати за мной? Она вас убить хочет. Она пистолет с собой взяла. Она мне много раз говорила, я его все равно застрелю. Волчонок, вот другана тебя привел. Посидите в машине. Привет. Ну, привет. Алло, ну наконец-то, алло. Это Пелюгин говорит, кто у телефона? Это я, Полина Иванова. Женщина, мужа которой ты засадил в тюрьму. А муж мой там умер. Понял, майор Пелюгин? Короче, мне с тобой разговаривать смысла нет. Мне тебя до смерти увидеть хочется. Так что топай сюда быстрее. Что у тебя с рукой? У меня ее нету. Ее собака откусила. Врешь. Покажи. Ух ты! Ну что, не идет ваш начальник? Знать, кишка тонка. Стоять! Немедленно стреляй в бутылку! Все назад! Ой, что это? Ты слышал? Из твоего кабинета стреляли. В спину. Ну как? Живой. Я убью твою маму. А я твоего папу, если он стрелял. Сбежать хочешь? Только попробуй. Только попробуй. Папа сказал здесь сидеть. Значит, будешь здесь сидеть. Чокнулась, да? Понятно. Сильная, да? Захочу с тобой одной рукой только справлюсь. Попробуй. Ментера. Ментяшка. Дурачок однорукий. Что? Это ты, майор? Да, это я, гражданка Иванова. Майор Пелюгин, открывайте. Заходи, майор. Подожди, нельзя туда. А кто твой папа? Майор Пилюки, начальник уборного отдела. Вот видишь, у тебя папа майор, а ты капризничаешь. А это сын террористки стоит. А взяток я никаких сроду не брал, поняла? Ишь ты какой мент благородный. Взяток он сроду не берет. Так я и поверила. Думаешь, таких не бывает? Может, и бывают. Только долго не живут. Но я, положим, умирать не собираюсь. А тут не ты решаешь. Здесь я решаю. И я уже решила. Дура ты, Полина Ивановна. Ну, убьешь ты меня, и что? А ты о сыне своем подумала? Он как жить дальше будет? С одной-то рукой. Без матери, без отца. Дядька вон в тюрьме сидит. Один останется в двухкомнатной квартире. Его из-за этой двухкомнатной квартиры и убьют к чертовой матери. А на что он жить должен? На пенсию по инвалидности. Долго протянет. Или в детский дом отдадут. Ты бывала вообще в детских домах наших? А я был много раз по роду службы. Дай бог тебе этого не видеть. Не собой ты жертвуешь ради мужа, а сыном своим. Сыном, какая же ты мать после этого? Скажи, не бойся, ведь ты же не хочешь, чтобы мама убила дядю, а? Или хочешь? Неужели хочешь? Не хочу. Ну вот и молодец, Витя.
Ты скажи, она тебя услышит. Ты, главное, ничего не бойся. Успокойся, возьми себя в руки. Потому что ты же ничего не делаешь плохого. Ты же дядю спасаешь и маму спасаешь. Ведь если она бомбу взорвет, она же погибнет, понимаешь? Понимаю. Вот и помоги нам. Ты попроси, чтобы она открыла дверь и отдала нам бомбу. Потому что нас она слушать не хочет. Она нас за врагов считает. А тебя она послушает. Она только тебя услышит и сразу поймет, как тебе будет плохо, если ты останешься один, без мамы. Понимаешь? Она сейчас в горячке, поэтому забыла про тебя. А как только услышит твой голос, сразу вспомнит и все поймет. Ей очень нужна твоя помощь. Помоги ей. Главное, ничего не бойся. Хорошо ведь? А? Хорошо. Что молчишь? Сказать нечего. Но взорвешь ты здесь все. Сколько людей погибнет? Они тебе ничего плохого не сделали. Они даже знать не знают, кто ты такая. А у них семьи, жены, дети. А ты их на тот свет. Террористка, твою мать. Замолчи! Мама, открой! Мама! Витя! Открой! Мама, не взрывай никого! Мама! Витенька! Преступник взят и обезврежен. Кто сюда пацана-то притащил? А если б случилось чего? Нитроглицерин заберите. Отставить! Снимите наручники. Спокойно, майор. Я должен доставить ее в изолятор. Я ее сам оформлю. Вообще-то у меня другие начальники, майор. Это наша террористка. Это наша, наша. Мы знаем, что с ней делать. Не дурите, ребята. Я действую по инструкции. Ты не прав, капитан. Она в нашего товарища стреляла. Игорь, спокойно. Отойдите. Все, успокойтесь. В сторонку. О, ну, мерси. Дичи, разбирайте. Мама! Витенька! Витенька, мама! Мама, я люблю меня, тебя! Пожалуйста! Мама. Прости меня, мое солнышко! Витенька мой! Дедушка, мама. Позвони! Дедушке позвони! Слушай, ну хоть наручники сними! Меня, пожалуйста, хорошо, мой сыночек! Ладно. Я умоляю тебя! Я ни в чем не виновата! Ладно, обойдемся без браслетов. Мама. Сними наручники! Ну иди, протокол составляй. Это происшествие. Всем здорово. Папа! Лёк, ну что ты испугался? Все хорошо? Чего ты? Ну ладно, все хорошо. Папа. Пойти в машину. Ну что, может, мы домой? Может, мы напьемся, а? Так, у тебя дежурство сегодня. Да Липунов протокол будет требовать по поводу деревянка. Я напишу. Напишем. Родителям надо деревянка сообщить. Кто у него бывал? Я бывал. Съездишь? Конечно. Ну ладно, все, тогда до понедельника. Счастливо. Если что, я на связи. Договорились. Пока. Все. Ну что, может, все-таки напьемся, а? Имеем право. Тогда в магазин. Пошли. Ну, давайте, я вас жду. Сколько всего жду? Подожди в машине. Угу.
Ну, пошли, что ли? С вами? Ну, со мной. Ну, вон с Галкой. Пошли, поживешь пока у нас. Садись. Галчонок, что у нас с ужином? Ну, что в холодильнике есть, то и сварганим. Отлично. Ты у меня умница, вся в меня. В маму. Ну хорошо, в маму так маму. Папка, я тут подумала, а если бы та тетка вас взорвала? Давай не будем об этом, она бы нас не взорвала. Ну, почему ты так решил? Потому что я старый, опытный сыщик, людей вижу насквозь. Она нас никогда не взорвала бы. Я тоже видела. Она такая жуткая и злобная. Это его мама. Вить, стой, Вить. Ты куда? А я не хочу быть с вами, я домой поеду. Ну ты ее прости, она перенервничала, она же не знала. Знала, она знала. Хорошо, знала. Но ты мужчина, должен понять. Она перепугалась за меня. Давай, пойдем. Нельзя тебе сейчас одному дома. Пойдем. Да. Че ты на меня так смотришь? Как я на тебя смотрю? Как будто я тебе $100 должна. Так, ну ладно, не стой столбом. Помогай давай. Возьми сок в холодильнике, грейпфрутовый, и хлеб нарежь. Ну, че стоим, давай. Да-да, давай, открой. Да ты не спеши. Яичница от тебя не убежит. Я не хочу больше есть. Давай ешь. Ешь, ешь, ничего, научишься. Давно без руки живешь? 3 месяца. А шнурки как завязываешь? Научился? Научился. Один шнурок зубами затягиваю, потом их внутрь запихиваю. Ну, ты молодец. Ничего, всему научишься. Знаешь, я в детстве книжку читал про одного акробата. Он в цирке работал в Одессе. Так вот, у него вообще рук не было. Без рук совсем? Ну, совсем. От рождения. И он все ногами делал. Ел, пил, там, книжки читал. Пальцами ног страницы перелистывал. Шить даже умел. А в цирке он ногами такие барабаны крутил. Ну, жонглировал, в общем. Я даже фотографию помню. Вот. Ну, а потом война началась. Чеченская, да? Нет, Великая Отечественная. И когда Одессу бомбить начали, весь цирк эвакуировали из Одессы в Николаев. А по дороге поезд разбомбили. И вот этот
акробат услышал детский плач под откосом железной дороги. И нашел там ребенка. Ну, грудного, маленького совсем. В общем, он взял этого младенца на ноги и пошел. Вот что ты говоришь, пап? Как он сам шел, если он ребенка на ногах нес? Ну, как-как? Он одной ногой младенца держал, а на другой прыгал. Угу. Ну, отдыхал, конечно. В общем, до Николаева он дошел и ребенка спас. Так что все нормально будет. Мама протез купит, и все научишься делать. Не купит. У нас денег нет, а протезы очень дорогие. Ее ж в тюрьму посадят, правда? Но с этим делом мы еще будем разбираться. Москвичка Полина Иванова захватила в заложники весь убойный районный отдел милиции города Москвы. У террористки было оружие и взрывчатка, именной пистолет мужа и пол-литровая бутылка с нитроглицерином. По счастливому стечению обстоятельств происшествие обошлось без жертв. Был только легко ранен старший лейтенант оперативного отдела. По сведениям из неофициальных источников, Полина Иванова хотела отомстить оперативникам за смерть своего мужа, майора спецназа, служившего в Чечне и несправедливо, по ее мнению, осужденного за тяжелое ранение человека. Теперь оперативников в первую очередь будет интересовать, где жена майора спецназа смогла достать такое редкое по нынешним временам взрывчатое вещество, как нитроглицерин. Ну что, отошла? В каком смысле? Успокоилась или как? Или как? Витька мой. Надеюсь, его не арестовали. Где он? Дома? Он у меня дома. Как у вас? А с чего это? Он что, сам пошел? Сам. Согласитесь, что в его положении быть одному... Как бы это сказать? Несподручно, что ли? Наверное, страшновато. А у вас, оказывается, добрая душа, господин майор. Товарищ майор. Так что о Вите можете не беспокоиться, давайте лучше о вас. Вы что же, еще и моим следователем будете? Пока еще я просто опер. Чего тогда сюда пришли? Поговорить. О чем? О чем? Ну, например, о том, где вы купили нитроглицерин. У кого? Я не помню и никогда не вспомню. Следователь все равно будет задавать этот вопрос. Укрывая продавца взрывчатых веществ, вы усугубляете свою вину и увеличиваете срок наказания. Какой у меня срок наказания? Это решит суд. Насколько я знаю, уголовный кодекс по этой статье максимально до 20 лет. А минимум? Может быть, 5. Это если вы будете сотрудничать со следствием. Но тут вообще много всяких обстоятельств, как, например... Ну, например, вспомнить продавца нитроглицерина? Это тоже. Я не вспомню никогда. Зря. Мы все равно его найдем. Желаю успеха. Найдем. Только лишние хлопоты.
И за это время он может продать эту взрывчатку еще какому-нибудь отморозку. Это в том смысле, что это уже отморозок? А вы как думаете? Вы кто? Значит так, насчет взрывчатки я вам все сказала. Какие еще вопросы вас мучают? Я, в принципе, ни на один ваш вопрос вообще могу не отвечать. У меня другой следователь. Витьку моего домой отправьте, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он у вас был. Хорошо, отправлю. Усыновлять я его не собираюсь. А было бы неплохо. Пока я тут срок в тюрьме отматываю. А для этого, Полина Ивановна, есть детские дома. Для этого у него есть дедушка. Отец Саши, Иван Витальевич. И он его домой заберет. Должен, по крайней мере, обязан. Я вижу, со свекром у вас тоже отношения не сложились. Ну еще бы, при таком характере. Даже не могу себе представить, с кем у вас могут быть хорошие отношения. Вот с вами, гражданин майор, у меня точно никаких хороших отношений не будет. Не получилось разговора. Уведите подследственную! Дети пусть посидят здесь. Садитесь. Проходите, врач вас ждет. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день, Михаил Геннадьевич. Что с женой? Меня к ней не пустили. Сказали, что она в реанимации. Ей стало хуже ночью, и мы перевели ее в реанимацию. Понимаете, начались родовые схватки. Преждевременные роды всегда нежелательны, но в данном случае... А что в данном случае? Понимаете, ваша жена не молода. И мы опасаемся за ее здоровье. Утром схватки прекратились, но в данном случае чувствует она себя сейчас, неважно. Скажите, первые роды ведь тоже проходили трудно? Если честно, не в курсе. Ну, то есть, по-моему, нормально. Дело в том, что ваша жена... настаивает на кесаревом сечении. Она хочет спасти жизнь ребенка. И что? Но тут мы опасаемся за ее здоровье. Я повторяю, ваша жена не молодая, состояние здоровья оставляет желать лучшего, но она хочет рожать. Так что же вы хотите? Мы оба хотим ребенка, очень хотим. Но решать должна она. Вы говорили ей... своих опасениях? Конечно, конечно. Ну так, если эти опасения серьезные, отговорите. Вы хотите, чтобы я поговорил? Боюсь, отговорить у вас не получится. Ваша жена человек с очень твердым характером, и она очень хочет ребенка. Ладно, мы еще раз поговорим с ней, посмотрим, как она себя будет чувствовать дальше. И сейчас бы я не советовал вам видеться. Нервничать ей категорически нельзя. Приезжайте послезавтра. Надеюсь, ей станет лучше. Доктор, я вас очень прошу. Постарайтесь. Я отблагодарю все, что нужно, там, сколько нужно, я умоляю. Успокойтесь, мы сделаем все, что требуется. Приезжайте. Приезжайте послезавтра. Да, обязательно. Спасибо. Всего доброго. Ну, о чем с ним еще говорить? Надо с мамой говорить. Знаю я этих врачей. Галь, наглеешь. Разбаловал я тебя. Знает она. Что ты вообще знаешь? Знаю. Денег им надо. Мне Маринка, одноклассница, рассказывала. Мама у нее весной рожала. Так они Маринкиного отца так запугали, что он им 2000 баксов заплатил. И еще какие-то дорогущие лекарства доставал. А роды прошли нормально. А медсестра ему потом по секрету сказала, что не надо было столько платить. Лучше бы он ей пару тыщенок подсунул. Она бы ему сказала, сколько на самом деле надо было заплатить. Пару тыщенок чего? Да деревянных, конечно, этих, рублей. А он сколько заплатил? 2000 баксов, я же сказала. Я не в ГАИ работаю, у меня таких денег нет. А почему к маме не пустили? Ей так плохо. Плохо.
Да. Понял. Через час буду, да. Так, а почему ты мою мелодию заменил? Да дурацкая, потому что мелодия. Да что ты понимаешь, папка? Представляешь, я ему такую классную мелодию на мобильник поставила, Диму Билана. А он заменил, а? Все-таки раздолбает у меня папка. Что же я тебе сделал, чтобы ты так со мной? Таким языком хочешь со мной разговаривать? Давай. Еще раз что-нибудь подобное услышу, я тебе так мозги проветрю, что ты всех Биланов забудешь. Поняла? Да поняла, поняла. Извини. У себя? У себя. Свободен? Пока свободен. Идите быстрее, Михаил Геннадьевич, у него через полчаса совещание. Спасибо. Разрешите? Я тебя не вызывал. Ну так я сам пришел. Надо. Ну, проходи. Рассказывай. Я по поводу Полины Ивановой. Террористки, что ли? Мне с утра телефон обрывают, подробности требуют. Спрашивают, а правда, что у майора Пилюгина с этой Ивановой роман был? А потом он ее бросил, и она, из ревности, что ли, собралась взорвать здание управления. Смешно. Ага. Напридумали уже. Если бы у меня роман был, она бы меня одного шлепнула. Чего весь отдел взрывать? А вот это следствие выяснит. Ну, выкладывай, зачем пришел. Ее нужно выпустить под подписку. Как выпустить? Под какую подписку? Под подписку о невыезде. А, значит, ты предлагаешь выпустить женщину, которая хотела взорвать весь убойный отдел района, взяла в заложники сотрудников и одного из них ранила из огнестрельного оружия. Если эта дамочка не террористка, то кто она тогда? Несчастная женщина, у которой в тюрьме умер муж. А муж попал в тюрьму из-за негодяя, чья собака сделала их малолетнего ребенка инвалидом. Руку ему откусила. Муж хотел отомстить. В общем, осталась женщина одна с сыном-калекой. Я с ней разговаривал. Она раскаивается в том, что произошло, и если ее отпустить под подписку о невыезде, никакой беды в этом не будет. А когда ты успел с ней поговорить? Сегодня утром. А зачем ты с ней разговаривал? Разве тебе поручено вести это дело? Нет, но... Ну а что вы хотите, Олег Андреевич? Она меня убить хотела, я хотел выяснить причину, почему, за что. Я же, в конце концов, главный объект преступления. Надо было выяснить... Выяснил? Ну, не совсем. Но ясно одно. Несчастный человек, у которого может рухнуть вся оставшаяся жизнь. И убить она меня хотела не со зла, а от отчаяния. Она мужа своего сильно любила. Ну а... Во мне видела причину своих несчастий. Я же не салага, Олег Андреевич. Но в людях немножко разбираюсь. Не очень-то это заметно. Просто несчастный, попавший в беду человек. И ты предлагаешь освободить ее от наказания. Я правильно понял, Пав, с твоей оправдательной речи? Да не от наказания. Я прошу освободить ее под подписку о невыезде до суда. Но чтобы она хотя бы с сыном своим посидела. Но у него же руки нет. Но зачем ей в СИЗО париться? Набираться опыта у тамошних старожилов? Я прошу вас, Олег Андреевич, но проявите великодушие. А при чем тут я? Дело под контролем у судьи Блиновой. Она уже санкционировала арест до 30 суток. И она же выдвинула обвинение. Но ты же ее знаешь. Не зря у нее кличка Каменная Баба. А тут статья тяжелее некуда. Терроризм. Да не выпустит она ее. Не выпустит. И никто ей не указ. Она кого хочешь, куда подальше пошлет. Я все-таки постараюсь поговорить. Попробую говорить ее, доказать. Да. Слушай, Пилюгин, а может, у тебя и вправду с ней роман был, как мне злые языки донесли? Ну что вы в самом деле? Ну, Олег Андреевич, ну я разве вас когда-нибудь обманывал? Всю жизнь Пилюгин случается иногда в первый раз. Ладно. Ну, поговорю я с судьей, поговорю, изложу мотивы. Угу. Кстати, а почему этим ее адвокат не занимается? Так у нее и денег на адвоката нет, а государственного я не знаю, когда назначат. Ладно, поговорю. У тебя все? Все. Полковник Судаков, слушаю.
Здравия желаю, товарищ генерал. Да. Так точно. Да, это она пелюгинских ребят в заложники взяла. Отчаянная баба, совершенно с вами согласен. В СИЗО она. Следователя пока нет, и адвоката у нее тоже пока нет. А вообще, это не наш профиль. Человек из ФСБ приезжал, требовал дело Ивановой им передать. Ну, терроризм это их епархия. Черта с два. Это дело будем вести мы. Ты что, не понимаешь, Судаков? Она ребят пелюгинских в заложники взяла. Это дело чести. Да я все понимаю, конечно, дело чести. Кстати, Пелюгин, пусть это дело и возьмет. Понимаю, так точно. Ну, раз она его ребят в заложники взяла, ему и дело вести. Правда, на его отделе еще несколько дел висит. Два убийства. Вас понял. Слушаюсь. Всего доброго, Герман Федорович. Ну, все слышал. Генерал поручил дело террористки тебе вести. Дело чести, раз она вас как пацанов в заложники взяла. По телевизору сообщали. Во всех газетах над вами насмехались. Убойный отдел называется. С одной бабой не смогли совладать. Хороша милиция. У меня по делу об убийстве в гостинице ни черта не двигается. Ну, то есть наработки какие-то есть, но результатов пока ноль. И вот этим тоже надо заниматься. Вас в отделе читы мордоворота. Поручи это персонально. Тулигенову или Голубеву. Пусть они террористкой занимаются. Там же все ясно. За неделю дело к суду подготовить. За неделю не сможем. То есть как это? Вы что, совсем мышей ловить перестали? Ну, Олег Андреевич, там взрывчатка. А взрывчатка по нынешним временам... А где она ее взяла? Молчит. Как это молчит? Тогда я вообще ничего не понимаю. Она молчит, где взрывчатку взяла. А он приходит просить выпустить ее под подписку. Ты что, совсем тронулся, Пелюгин? Буду допрашивать, буду выявлять связи. Но для этого мне тоже время нужно. А времени у тебя нет. Ну так тем более, зачем ее под стражей держать? На воле мы хоть за ней преследить можем. Она твердая женщина. Ой, это я уже слышал. А ты допроси. Допроси. Или что, совсем разучился тонко с людьми разговаривать? Привык с бандитами да отморозками. И все-таки я прошу вас, товарищ полковник, о содействии в освобождении гражданки Ивановой из-под стражи... Под подписку о невыезде. А не будет тебе моего содействия. Вот как судья решит, так и будет сидеть твоя террористка Иванова. Решил ее облагодетельствовать. Вот сам судья и разговаривает. Только я не советую. Ты лучше навались на дело об убийстве в гостинице. И докладывать мне каждый день. Все, ладно, иди, иди. Откуда пришел? Постой. Как жена-то? Родила? Если бы родила, я бы к вам с бутылкой пришел бы. Ко мне не надо. Я сам к вам приду, когда родит. Я когда генералу ходил к Ломакину... А когда это ты к нему ходил? По какому поводу? За Иванова просил, за мужа ее. Чтобы отпустили его под подписку о невыезде. Ему операция была нужна. А генерал отказал. А если бы разрешил, все по-другому могло сложиться. Иванов был бы жив. И покушения вот этого бы не было. Я на коленях почти стоял. Вот и сейчас. Спокойно, спокойно, Чак, спокойно. Успокойся, папаша. Ты же видишь, собака на поводке. Вообще-то такое чудище в наморднике выводит. Папаша, дорогой, иди ты своей дорогой. Ну, рядом, Чак, рядом. Рядом, Чак, рядом. Спасибо, благодетель. Рядом, я сказал. О, Господи, ну что за женщина?
Ни грамма ответственности. Ни грамма. Полина! Виктор! Спите, что ли? Куда их холера всех унесла? О, Господи, свинарник-то какой. Мама моя! Ой. Да, слушаю. Здравствуйте. С кем я говорю? А я с кем разговариваю? Майор убойного отдела Пилюгин, Михаил Геннадьевич. А вы родственник Полины и Виктора? Свекор, с вашего позволения. А Виктор внук мой. Может, хоть вы объясните, где они, куда делись-то? Запишите адрес СИЗО. Да. Сейчас, простите. Сейчас запишу. Так. О, Господи. Да, слушаю, пишу. Дом 8. Скажите, а передачу принести можно? Я договорился, у вас передачу примут. Ну, то есть это пока не положено, но я договорился. Мало сидит, поэтому не положено. Да, что приносить можно? Сигареты можешь, да? А, ну да, это понятно, понятно. Колбаса там, да-да-да. Да. Да, скажите, а лекарства можно? Ну, успокоительные там, сердечные, я не знаю. А, понятно. Да, и как мне вас найти в случае чего? Ага. Майор Пилюгин. А, Виктор у меня дома. Так, спасибо, да. Да, обязательно. Все, Иван Витальевич, до свидания. Да, благодарю вас. Да. Старый дурак, а? Ведь чувствовал, что что-то она затевает. Нельзя. Да, что-то. Это тоже нельзя. Слушайте, я вот взял... Девушки, вы крайне. Вы, гражданочка, да, сюда полгода ходите. Я вам первый раз говорил, что можно, да, очень, да, чего нельзя. Если у вас в памяти немножко плоховато, запишите, а что в стеклянной таре ничего приносить нельзя. Лекарственные препараты только с разрешения судебного врача и без наркотических компонентов. Проходите, пожалуйста. Следующий. Здрасте. Подследственная Иванова Полина Ивановна. Что ж так долго стоим-то? Иванова Полина Ивановна. Передача первая. Ага, первая. А скажите, а с кем переговорить насчет этого свидания? Ну, это только к адвокату или же к следователю. А, спасибо. Ну, 老板等着呢。
Здорово, Варьера. Привет, Ван. Товар привез? Да. В машине вот ключи. У тебя все нормально? Нет, не все. Канал Нальчики накрылся. Последнюю партию привезла крыса. Пришлось ее зачистить. Это плохо. Компоненты нам сейчас очень нужны. Объем продаж выросли. Будут большие убытки. Это очень жаль, Варьера. Такие большие убытки. Ты должен что-нибудь придумать. Но компоненты должны поступать вовремя. Я же не могу закрыть производство. Куда я тяну столько рабочих? Я что-нибудь придумаю. Придумай, Варьера. У тебя наверняка есть и друзья. У других подобные места. Я уверен, что есть. Кроме Нарчика, такие склады есть. Во Владикавказе, Махачкале. Там же тоже служат минеры, с которыми Ван, ты я служил. Сказал, я что-нибудь придумаю. Мы с тобой работаем 2 года. И все было очень хорошо. Я тебе верю, Варьера. Но у нас через 3 недели закончатся компоненты. Мы не сможем выпускать продукцию. У тебя есть 3 недели. Пока.